Всем привет, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик серваков, акций, что где есть интересного. Ну, как обычно, поставили лайк, кто не подписан, подписались. И поехали. Для тех, кто не знает, почему оставляют комментарии с героями, есть такое понятие, как угадайка. Утренний конкурс и возможность выиграть героя. Огнекрыла на халяву. Видос с условиями я когда-то сделаю отдельно. Я уже его делаю хрен знает сколько, потому что сейчас больше на втором канале стримлю, поэтому подписывайтесь на второй канал. Ссылочка есть на него и в инфоканале есть в моем. В общем, поехали. Так, Тайвань. Неплохое накопление. Затрату. Зефир, как обычно. Так, а это донатное накопление. Оу! Ну, вот видите. Видите, где есть новый герой. На Тайване уже его дают возможность накопить. Два больших пака. Или, возможно, один, смотря какая бонусация там. И у вас 30 осколков есть. Ну, это, конечно, жесть. Что тут еще интересного? Остальное такое себе. Ученик тоже здесь. 3000 дают, 600. Мне они не надо, например, на английском. Посмотрим, что там будет. Так, возможность собрать зефира. Такие вот паки. Для смены, кто проходит квест, то можно нормально баблишко поднимать. Так, скины, сундуки. Ну, осколками, видите, нового героя пока так не продаю. Только единственное накопление вижу. Четвертая карта, ее я показывал уже. Мэри дешевеет. Вот 150 нового питомца на Тайване дают. Так, что у нас здесь? Сейчас посмотрим, почекаем. Может, тут что-то интересное? Нет, тут ничего интересного нет. Пират тот же самый старый. Закрыто. Зефир падает полным ходом. Эти закрыты все. Шарика, кстати, здесь так и нет. Зайдем по-любому на Айс, еще посмотрим, что там есть. Поехали на английский сервер. Постараюсь по-быстренькому пробежаться по всех серваках. Интересно все-таки, где что есть. Так, 1 плюс 1. Апдейт пак. Бонус. Тут ничего такого нового нет. Поехали по ивантам посмотрим. Здесь обычно добавляют. Ну, бочка. Бочка соточка. Новый герой. И сразу же новые итемы. Ну, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. И у нас по дискаунту сегодня. Пожалуйста, получи, распишись. Девятое замедление, почему нет? Неплохо на халяву. Для бездоната, я вам скажу, отличный вариант. Ну, хотя замедление мало кто сейчас использует. Таланты смотра больше дают. Ну, а так вроде все без изменений. 300 печенек, 80 этих. Так, окей. Карточка, островок. Ну, островок тот же самый. Вряд ли что-то менялось. Бардика дали. Нифига себе, сегодня прям прет. Закрытые акции. Поехали посмотрим рынок. Что у нас интересного по рынку есть. Это английский сервак. Думает сегодня очень долго. Так. Нового питомца 80. Ну, смысл брать этот пак, это если вы новичок, начинающий. То тут такое. Для развития аккаунта такое себе. Зефир, Огник, СО 9. Шарик я вчера забрал весь, показал. Тут у нас
и все награды, окей. Правильно, итемы. А, поехали на немочку. На немочку я сейчас загружу. Подрублю серваки с этого. Такс. Немки. Хочет заходить. Так, немецкий. Все как обычно, все просто изи. Сегодня забираем СО. Дальше у нас мешки зефира. Вот так вот. А, так, за вход. Больше ничего такого интересного нет. Он так, накопление, говорю, коллекционер. Ну, скин дают сразу же, нового героя убивают. А эти тоже, в принципе, неплохо. Немка всегда отличалась. Дают хоть какие-то плюхи интересные. Так, тут у нас все закрыто. Смотрим, что у нас тут. Где-то в 10 часов у меня размен будет паками. Когда будет что-то новое. Шарика, кстати, тоже так и нет. Странно. Наверное, после 10 запустят. Так, поехали запустим русский. Я сейчас открою АИС-сервер. Вернемся на русский. Посмотрим, что у нас на АИСе делается. Так, русский, говорю, русский, это не русский, это АИС-сервер у нас. Что-то оно так подвисает жестко прям. Ну, здесь я вчера показывал, здесь есть новая карта, которую, с которой можно получить просто мегаэпических героев, как по мне. Так, на Тайване, кстати, шарика так и нет. Самое странное. Зато здесь уже запустили. То по акциям. Ну, все то же самое, видите. То есть один в один сервак с АЭСом похожий. Ой, говорю, с АЭСом, с Тайванем. Там накопление зефира собрать возможность тоже есть. Поэтому я считаю, у кого есть АЭС, может смело фармить и стандартный сервак. Вот этот, на котором обновления до сих пор нет. И параллельно играть на том. Так, 1+1, разбей яйца, коллекционер героев. Но тут коллекционер героев тоже очень классный. Нифига себе, космос, вален, землеройка, захранитель, фобушка, ну, просто жесть. А также здесь скидки, посмотрите, ребят, 10-я эмблема за самики, 10-я продают. Ничего себе, и карточки, 3 карты, нифига себе. Посмотрите, какие плюхи по сравнению с английским сервером. Однозначно круче. Единственное, что обновление попозже выходит. Но я думаю, это терпимо. Так, что по рынку? Все то же, что и на английском. Накопление должно быть немножко другим. Но накопление тоже относительно неплохое. А так все остальное такое же. Так, поехали дальше. Странно, что не продают на английском, наверное, карточки четвертые из-за того, что нету обновы на АЭСе. Скорее всего, что так. А, так, поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском. Сокровищница, олень. О, настолочка есть, ничего себе. Настолочка, это хорошо. Чик. 100 книг. И так, в принципе, неплохо. Разбиватель яиц, карта богатства.
что сегодня, или в разбивателя яиц награды, горящий остров, ну остров не... Нифига себе, ребята, что это было? Это просто какой-то мегаэпический бонус был. Два осколка на халяву, просто сегодня прет на осколки. Так, смотрим, что там по рынку. Блин, надо добить, определить, и надо определить просто, ребят, за прошлый месяц, за прошлый год 4 человека. Я все тяну, потом будет веселей. Такс, ну такое, ничего интересного, накопление, сейчас посмотрим. Нету нового героя, в общем такое. Сундучки, в принципе, нормальное предложение, я вам скажу. Дешевле тоже очень хорошее предложение. Дуэлянт, новый герой. Он не стоит 5 паков. Вроде все, поехали. 450. Чик, дриада, циклоп и панда. Так, заходим на мой канал. Где там этот видосик? Чё ж так тормозит сегодня интернет? Что такое? Так, новый шар. Новая карта. Новая карта. Я кидал его на нимпе. Это, по-моему, видео. Вроде ничего. Вроде ничего у меня не качается. Я гляну, или я здесь определял. Да, здесь, кстати, он должен был мне, победитель прошлого, еще отписаться. Спам, как обычно. Не забывайте, еженеделька тоже есть, ее никто не отменял. Просто я ленивая жопа. Так, поехали. Видосик открываем. 75 комментариев. Сначала новые. Так, смотрим, кто у нас там. Дриада, циклоп, дрицы и пан. Будем так смотреть. Ctrl-F. Так, давайте все комментарии пооткрываем. Есть тут все, знаете, такое ощущение, что не все комментарии открывают. Попробуем здесь, наверное, лучше. Вроде все. Давайте Ctrl-F. Дриада, синяя слизь, циклоп. Не то. Так, кто у нас там выпал? Цик и пан еще. Цик, циклоп, инженер эктоплазм, нет. Циклоп, синяя слизь, ледяха, нет. Синяя слизь, ведьма, морозница, циклоп, нет. Циклоп, синяя слизь, убавите, нет. И... панда, циклоп и синий слизень. Очень рядом, только там дриада была. Еще раз дриаду проверим. И панда. Панда, фиолетовый слизняк. Панда, палач. Панда. Панда, циклоп. Панда, шаман.
В общем, вот так вот. Никого сегодня нет. Пишите комменты, угадывайте. Всем удачи, всем пока, я побежал дальше.